Здравствуйте, уважаемые телезрители, я Святослав Савенков, рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся как можно более полно, объемно разбираться в наиболее актуальных и важных вопросах в жизни Одинцовского района. Так, сегодня мы поговорим про муниципальные закупки. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните, мы для вас работаем в прямом эфире и постараемся вместе во всем разобраться. Мне подсказывают, что вот до начала эфира нам звонила одна наша зрительница с каким-либо вопросом, там что-то сорвалось, насколько я понимаю, но если вы нас смотрите, ждем вашего звонка, постараемся вместе разобраться. Как я уже сказал, 508-86-84, звоните. В наших гостях сегодня Виталий Олегович Шипко. Добрый вечер. Добрый. Виталий Олегович, зампредседателя комиссии, который занимается целым веером очень важных вопросов промышленности, инновации, экономическое развитие и инвестиции. И кроме того, у нас сегодня впервые Михаил Сергеевич Туробов. Добрый вечер. Добрый. Михаил Сергеевич специалист с очень большим стажем, который также очень хорошо знаком с нашей сегодняшней темой, с муниципальными закупками. Я, насколько понимаю, вы начальник контрактного отдела некой коммерческой организации в том числе. Да, абсолютно верно. Очень приятно, что вы у нас сегодня. Давайте начнем вот с базовых таких моментов. Что такое вообще муниципальные закупки? Какое отношение они имеют к развитию инфраструктур городов и так далее? Что это, в принципе, такое? Ну, собственно говоря, муниципальные закупки, так же, как и государственные закупки, да, они были инициированы со стороны правительства Российской Федерации, да, с целью экономии бюджетных средств и с целью целевого расходования этих бюджетных средств. То есть смысл заключается в том, чтобы... ни для кого не секрет, что нужно ремонтировать дороги, что нужно там строить больницы, строить школы, да, и встает сразу же вопрос, как это делать, да, то есть как потратить денег ровно столько, сколько необходимо на ремонт той же самой дороги, да, и вот как раз с этой целью был принят 44-й федеральный закон, закон о контрактной системе, в котором непосредственно вот это все регламентируется, то есть как раз расписывается, каким образом должно расходоваться этот бюджет, да, эти деньги, да, и, собственно, как должен осуществляться контроль за этим. Михаил Сергеевич, ну, то есть, смотрите, условно говоря, вы вот привели пример дороги, да, например, ямочный ремонт дорог, чтобы далеко не ходить. Есть дорога, ее нужно отремонтировать, раньше этим занимались какие-то муниципальные, унитарные предприятия и так далее. Коммерческий подряд был, причем далеко не всегда прозрачный и так далее. Я так понимаю, муниципальные закупки, вообще контрактная такая система, она призвана как раз-таки сделать систему в первую очередь прозрачной, правильно понимаю? Да, абсолютно верно. Цель, одна из целей как раз закона о контрактной системе, это сделать сами закупки максимально прозрачными, максимально, ну, чтобы они были видны и максимально контролировались со стороны непосредственно самого населения. А как вот мы, население нашей страны, можем это контролировать? Это доступно в виде каких-либо условно таблиц, документов в интернете или как это выглядит? Ну, в первую очередь у нас федеральным законом предусмотрена единая информационная система, где любой желающий может зайти и посмотреть, какие закупки осуществляются сейчас, текущий момент времени, которые ранее осуществлялись и которые будут осуществляться в будущем. То есть через интернет это делается? Да, абсолютно верно. Это как один из возможных вариантов. Также заказчиков никто не ограничивает. Они могут опубликовывать также в печатных СМИ и также в любых других источниках информации. Какие интернет-порталы предоставляют вот услугу мониторинга данной ситуации? Ну, порталов достаточно много, как я уже сказал. Самый основной и самый главный, где должны размещаться все закупки по территории Российской Федерации, это единая информационная система. А у нас есть звоночек от нашего телезрителя. Я предлагаю с ним поговорить, потом продолжим нашу беседу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня звонок, может быть, не по теме, но он касается 9 мая. И если мы не сумеем в следующий раз дозвониться, очень прошу послушать сегодня. Слушаю. Значит, вас. Вопрос такой. Мы живем в Успенском, Одинцовский район, село Успенское. У нас на въезде в поселок стоит огромный памятник солдат такой. Это вот памятник военных лет. Вокруг
территория маленькая вокруг, она пешеходная зона. Она имеет ужасное покрытие. Это надо видеть, чтобы понять, о чем говорю. А самое главное, на этом покрытии сделаны в землю, вмонтированы красного цвета российские звезды. А звезда, флаг и гимн являются атрибутикой государственности. По звездам красным нельзя ходить собакам ногами, сыпать мусор, курить, плевать, свадьбам гулять на этом месте. А, извините, пожалуйста, вот. Скажите, как к вам обращаться можно? Тамара Александровна. Тамара Александровна, а давно было сделано, ну, я же так понимаю, они не просто так взяли и на старом покрытии асфальтном врезали эти звезды. Там, видимо, был какой-то ремонт или что? Вот, это когда-то там было ровненько, там была земелька, потом это закрыли вот этим безобразным покрытием, и плюс появились вот эти звезды. Тамара Александровна, а что там за покрытие это безобразное такое? Оно торчит кусками камней кверху. Как объяснили, это чтобы дети не катались на роликах. Но пожилые люди-то на роликах не катаются, а зона-то пешеходная, и там надо держаться друг за друга, если скользко и мокро, уже не говоря про плохую погоду. Так вот, звезды красные. Я пришла в администрацию и говорю, ну я понимаю, тот, кто делал, он не соображал. Ну, вы-то должны понимать, мы не имеем права ходить по звездам. У нас звезда красная, самая высокая награда. Герой Советского Союза и герой России. Тамара Александровна, вы извините, я вас немножко прерву. У нас просто ограничено время. Кроме вас тоже люди звонят. Давайте в истории не будем экскурс делать. Ну, вот, я понял, у нас символ Великой Победы, в том числе, фактически топчут люди, которые там живут, ходить больше негде, и плохое покрытие вокруг памятника. Скажите, пожалуйста, вы в администрацию обращались, вам что ответили? Обратилась в администрацию, а мне ответили, чтобы это изменить, нужен новый проект. Ну, извините, на своей даче человек может делать все, что угодно, а это общественное место. На нем нельзя ходить по красным звездам России. Я вас понял. Какие-то сроки, возможно, что-нибудь вам, конкретику какую-то дали, когда вы обратились? В общем, ничего я не добилась. Звезды как стояли, так и стоят. А 9 мая приедет полевая кухня, будут тут школьники выступать, будут плясать по этим звездам, кашу кушать, и будут ходить все, и как было пока, так и есть. Понял я вас, спасибо огромное за звонок. Успенская, все записали. Ну, наверное, Виталий Олегович, к вам вопрос. Не совсем профильно, конечно, по работе вашей комиссии, но, тем не менее, вы общественник, вы член нашей общественной палаты. Что думаете об этом? Мы, во-первых, обязательно свяжемся с представителями органов местного самоуправления для получения разъяснений, именно кем утверждался проект, кем выполнен был проект, и какие цели преследовались именно, что они подразумевали, значит, размещая звезды на пешеходной территории. Вот. Обязательно возьмем контактные данные заявителя, вот, и постараемся в ближайшее время выехать на место, посмотреть, пообщаться с администрацией и дать вразумительный ответ о возможности, может быть, создания нового проекта, реконструкции или о невозможности этого. Соответственно, получив разъяснение, мы обязательно свяжемся с заявительницей и дадим ей уже полный ответ. Ну, конечно, я так очень сомневаюсь, что к 9 мая что-то, даже если это действительно так, как Тамара Александровна рассказала, вряд ли, конечно, к 9 мая успеют что-то прямо капитально переложить. Конечно. Но, конечно, если там действительно есть подобные нарушения, я думаю, что общественная палата заинтересуется этим вопросом. Обязательно. Уважаемые телезрители, я напоминаю, мы сегодня говорим о муниципальных закупках, но, тем не менее, принимаем все ваши звонки. В любом случае, по любому вашему вопросу, любой звонок
будет расценен как официальное обращение в общественную палату Одинцовского района. Телефон 508-86-84. Работаем для вас в прямом эфире. Звоните. Давайте пока продолжим нашу беседу. Основная тема – муниципальные закупки. Понятно, что это такое. Как давно вообще вот подобные инициативы у нас действуют? Именно не на уровне, знаете, оттачиваемого какого-то проекта, а вот прям конкретно уже вот на уровне администрации и так далее. Ну, вообще, муниципальные закупки, они существовали, если так можно выразиться, всегда. То есть они были в том числе и в советское время. Ну, я имею в виду современную систему. Ну, современную систему можно больше считать с вступления в законную силу 44-го федерального закона, да, то есть это у нас 2014 год. То есть она сравнительно молодая еще. Да, да, достаточно молодая, но тем не менее она уже себя проявила достаточно положительно. Ну, до этого существовали другие нормы законодательства, которые также касались именно государственных и муниципальных закупок. Ну, законодательство, оно, в общем-то, очень подвижено, фактически живет вместе с реалиями, с которыми государство сталкивается. Да. Поэтому, видимо, и были некоторые старые законы видоизменены, некоторые новые созданы, правильно понимаю? Да. А если давайте вот мы поговорим про ситуацию в нашем районе конкретно. Я так понимаю, не так давно, в марте, у нас как раз-таки проходил в здании администрации Одинцовского района круглый стол по вопросам муниципальных закупок. Туда были приглашены самые разные представители самых разных организаций, в том числе малого и среднего бизнеса. То есть, собственно, те организации, которые непосредственно, напрямую, чуть ли не ежедневно сталкиваются с вопросом муниципальных закупок. Расскажите, пожалуйста, о чем договорились, кто там вообще был? Ну, я бы сказал так, что в основном эта встреча касалась непосредственно вопросов, заданных неоднократно уже в адрес общественной палаты со стороны малого и среднего бизнеса, и поэтому вопрос назрел, и хотелось организовать круглый стол и получить ответы непосредственно от руководителей Центра муниципальных закупок. Соответственно, общественная палата являлась инициатором проведения круглого стола, на котором присутствовал непосредственно директор Центра муниципальных закупок Востриков Денис Викторович. В принципе, присутствовало довольно много представителей малого и среднего бизнеса, также были представители общественной палаты, как модераторы данного круглого стола. Я так понимаю, вы как основные, так сказать, инициаторы выступили? Именно так. Хорошо. Да. Значит, ну, в самом начале круглого стола мы попросили выступить Вострикова и рассказать о именно работе непосредственно Центра муниципальных закупок. Для чего это было создано? Потому что ранее каждая администрация выкладывала самостоятельно государственные и муниципальные закупки, проводила аукционы, различные контрактные процедуры. Вот. Ну и после того, как был создан Центр муниципальных закупок, у многих предпринимателей встал вопрос о необходимости создания этого центра. Соответственно, были заданы вопросы, на которые Востриков достаточно обширно ответил. И, Виталий Олегович, я подозреваю, что это довольно большая тема. Давайте примем еще один звоночек от нашего телезрителя и продолжим беседу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Я хотел бы задать вопрос по поводу села Успенского Одинцовского района. Вот в этом селе есть замечательный детский сад. Он отремонтирован внутри очень красиво. Но площадки настолько бедные, без всяких приспособлений. Вот везде, благодаря Смирнову, предыдущему работнику, было сделано много детских площадок в горках десятых, облагоустроено село Успенское. Вот мы ему очень-то это благодарны, все жители, и горки вспоминают, и Успенка вспоминает. Нельзя же еще помочь нам немножко отремонтировать площадки для этого детского сада. Ведь скажите, пожалуйста, а детский садик, наверное, не новый, да, это какой-то старый? Нет, не новый, конечно, но его как раз вот отремонтировали, он в хорошем состоянии. А площадки, вот это все, что нужно. Представляете, детки выходят гулять, ну и нет где погулять, поскольку нет. Во дворы выходишь у нас даже в горках, красивые площадки, замечательные, и качельки, и карусельки, и где можно идти побегать. Получается, так не повезло. Конечно, неприятно. Скажите, пожалуйста, а к вам как обращаться можно?
Мария Федоровна. Мария Федоровна, ну, по крайней мере, эта детская площадка, она безопасна? Современные там более или менее стоят установки и так далее? Нет, они не современные. И веранды старые, ну, хотя отремонтированные, ну, они, конечно. Ну, там никакие гвозди не торчат, я не знаю, покрытия там какие-то опасные, нет? Нет, нет, ни в коем случае. Ну, хорошо, хоть так, да. Соблюдена. Ну, хотелось бы для детей хоть что-нибудь, чем они могли заниматься. Ну, смотрите, насколько я знаю, сейчас все детские садики, которые строятся, это программа губернатора Московской области Андрея Воробьева и глава Одинцовского района Андрей Иванов также поддерживает эту инициативу полностью. Все детские садики новые, которые строятся, они, конечно же, снабжаются современнейшими покрытиями, формами, которые, в общем-то, зачастую прям-таки целевым образом заказывают под конкретные детские садики и так далее. А со старыми где-то, знаю, идут реконструкции, где-то нет. Давайте мы сейчас переадресуем ваш вопрос нашим общественникам, которые более полно знают ситуацию. Да, Виталий Олегович. Можно задать вопрос. Сама площадка находится на территории детского садика? Да, это на территории детского сада, все площадки. Они безопасны в плане прогулок детей, но они неинтересны. Там нет никаких абсолютно новых развлечений. Форм. Конечно, потому понятно. Что даже вот в городе это просто поселок, но насколько он изменился, насколько там стало красиво, удобно. А здесь, казалось бы, детям, ну, погулять, это их территория. И я не думаю, что это уж очень много по финансам. Ну, хотя бы начать. Отвечу на ваш вопрос. Значит, так как детский сад это является подведомственным учреждением управления образования, и в принципе аукционы, то, о чем мы сегодня говорим, и контрактные процедуры на как раз-таки реконструкцию детских садов, усовершенствование детских площадок на территории детских садов проводится непосредственно управлением образования. А то, о чем вы говорите сейчас, о тех детских площадках, которые были сделаны и продолжают делаться, я знаю, нынешним главой Горяевым на территории сельского поселения Успенское, они относятся непосредственно и находятся на территории самого поселения. Сельского Успенского. И вот эти уже, это строительство и вложение денег в это строительство, это подведомственно уже непосредственно администрации сельского поселения Успенское. Что касается же детских садов, еще раз повторю, что это касается непосредственно управления образованием. Ну, смотрите, но я так думаю, нашим зрителям, ну, вряд ли, да, интересует прям, кто будет, условно говоря, платить, их интересует именно результат. А какая сейчас, в принципе, ситуация вот по подобным детским садикам, которые, в общем-то, уже давно работают, и на которых, может быть, действительно имеет смысл формы обновить и так далее? Есть программа по реконструкции детских садов, в том числе и усовершенствованию детских площадок по замене форм, различных игровых форм присутствующих. Значит, я так понимаю, что должно быть, именно касаясь этого детского сада, этот детский садик должен был быть в как в неком плане по реконструкции. Опять же, это нужно выяснять непосредственно, я так понимаю, в управлении образования. Но я так поэтому понимаю, в принципе, можем это сделать. Я так понимаю, мы этот вопрос в первую очередь переадресуем комиссии общественной палаты, которая занимается вообще вопросами спорта, образования и так далее. Правильно? Да. Кому-то да. из них, кто, да. сказать ближе. Ну, большая просьба оставить свои координаты в редакции, чтобы мы могли с вами связаться и рассказать ту информацию, которую мы собрали непосредственно по детской площадке. И могли бы уточнить непосредственно, о каком детском саде идет речь сегодня. Все, спасибо большое за звонок. Вернемся к нашей основной теме. Мы еще раз напомню, говорим о муниципальных закупках сегодня. И начали разговор про круглый стол, который в марте проходил в здании администрации. Вы говорили, что там самые разные представители были, самых разных вообще сторон заинтересованных. И вот Востриков как раз-таки начал отвечать на вопросы, заданные именно представителями так. бизнеса. Именно так. Ну, прежде чем начать отвечать на вопросы, он рассказал о деятельности самого центра муниципальных закупок, о
об итогах работы за 2016 год, сколько было проведено аукционных и конкурсных процедур непосредственно, какая экономия бюджетных средств сумма составила проведение именно вот централизованных вот этих закупок, в том числе разъяснил необходимость создания, для чего этот центр был создан и какие цели преследовало создание именно вот этого центра закупок. Михаил как раз присутствовал на этом круглом столе и задавал те вопросы, которые мы предварительно составили, опросив и получив заявки от представителей малого и среднего бизнеса. Я думаю, Михаил сейчас озвучит часть вопросов. Да, ну, скажем, одним из вопросов, который наиболее волнует представителей среднего и малого бизнеса, да, то есть, как говорю, ну, в данном случае от лица данных представителей, да, это создание некого реестра добросовестных участников, да, то есть непосредственно муниципального района Одинцовского, да, среди которых, ну, устанавливался бы приоритет рассылки приглашений, да, к участию к муниципальным закупкам, муниципальным. А добросовестные такие компании, я так правильно понимаю, это те, которые уже принимали участие в подобных тендерах и, соответственно, выигрывали их и добросовестно исполняли, правильно? Ну, не совсем так, потому что у нас есть установленный 44-м федеральным законом реестр недобросовестных участников. Вот в этом как раз и возникла небольшая сложность, так как у нас 44-м федеральным законом четко разграничивается, кто такие недобросовестные участники. И вот как раз на основании этого создать какой-то муниципальный реестр непосредственно добросовестных участников не представляется возможным. То есть это нужно либо как-то федерально устанавливать. Выходить, да, законодательной инициативой. Да, потому что иначе получается по 44-му ФЗ все участники, которые не состоят в реестре недобросовестных участников, являются добросовестными. То есть в том числе и те, которые не участвовали, в том числе и компании, которые только созданы были. Да, то есть их нельзя никак по-другому отнести. То есть у нас сейчас на текущий момент есть только два разграничения. Либо недобросовестный участник, либо добросовестный. То есть недобросовестные, они присутствуют в реестре, который ведется как раз в единой информационной системе. Вот, Федеральной антимонопольной службе. А решение какое вам предложили? Ну, в данном случае, к сожалению, решение не было найдено, потому что, ну, опять же говорю, это нужно уже решать на законодательном уровне, то есть как-то, ну, на муниципальном это уже решить не представляется возможным, опять же говорю, потому что у нас это все закреплено в федеральном законе, и в связи с чем, ну, к сожалению, вот на текущий момент выхода нет вот по данной ситуации, но тем не менее были затронуты ряд других вопросов, которые также, ну, волнуют участников среднего и малого бизнеса. Михаил Сергеевич, если позволите, перед тем, как мы перешли к следующим вопросам, вот смотрите, у вас на данный момент есть идеи некоторые. Я так понимаю, вы же не просто решили, а давайте мы создадим реестр добросовестных участников этого процесса, ну, потому что почему бы и нет. Наверняка вы хотите таким образом решить какие-то свои сложности, какие-то свои вопросы разрешить, оптимизировать на уровне малого и среднего бизнеса, правильно? Да, абсолютно. Соответственно, вот смотрите, у вас есть определенные там нужды и так далее. Вы имеете возможность как-то донести это до федерального центра. И получается, что вы собрались на круглом столе с представителями общественных организаций, власти и так далее. Ваши идеи услышали. Что дальше? Вот эти вот концепции, они не увязнут ли на этом уровне, на уровне просто разговоров? Будет ли какой-то у вас канал связи с более высоким уровнем, скажем так, с Московской областью, оттуда уже, может быть, с Государственной Думой и так далее? Ну, думаю, что здесь вот по данному вопросу, да, необходимо будет просто более детально проработать. Опять же говорю, то есть выход он может быть, но выход он может быть не в том русле, которое изначально задавалось, а несколько в ином. То есть нужно продумать, да, то есть если сейчас на текущий момент не представляется возможным, да, и опять же, как это было озвучено, да, то есть целесообразность отсутствует его, да, возможно, ну, опять же, на текущем
на текущем нормативном уровне можно будет создать какой-то некий другой стимул для участия субъектов малого предпринимательства в закупках, то есть не только этот, то есть не ограничиваясь этим. И, как я предполагаю, такие рычаги есть. Их, опять же, ну, в дальнейшем, опять же, на площадке общественной палаты, я думаю, что мы будем обсуждать и, опять же, находить какие-то выходы, как, собственно, и по другим вопросам, которые вот на текущий момент были. Я вас понял. Скажите, пожалуйста, существует ли какой-то рейтинг, вообще говоря, компаний, которые уже участвовали в муниципальных закупках, которые себя как-то зарекомендовали и так далее? Или компания пришла, ушла, не выиграв тендер? Пришла, выиграла его недобросовестно, там, исполнила хорошо. То есть, вот есть ли какой-то вообще фильтр, история, так сказать, работы компании по муниципальным закупкам, по участию в этом процессе? Да, безусловно, такая история есть. Она присутствует, как я уже говорил, в единой информационной системе. Ну, первое, это самое основное, это как раз реестр недобросовестных участников. Вот. Там, ну, туда попадают компании, которые недобросовестно выполняли контракты. И, опять же, по 44-му федеральному закону, как только они попали туда, в течение 2 лет они содержатся в этом реестре, они не смогут участвовать ни в государственных, ни в муниципальных закупках, что, собственно, ну, является достаточно сильным сдерживающим фактором для участников, чтобы они выполняли, опять же говорю, добросовестно. Плюс есть еще другие нормы, которые, опять же, сдерживают. Да, то есть у нас есть для участников предусмотрено обеспечение заявки. То есть, выходя на какую-то процедуру, на какую-то закупку, участники закладывают часть своих денег, и это делается для того, что в случае, если он уже на этапе закупки поведет себя недобросовестно, то эти деньги уходят в пользу заказчика. Плюс есть обеспечение исполнения контракта. То есть тоже определенная сумма участниками закладывается. Либо это залог денежных средств перечисляется заказчику на период исполнения контракта, либо это банковская гарантия. Опять же, в случае неисполнения, либо если деньги были у заказчика, то заказчик на ту сумму, которую он посчитает, что участник не исполнил, он оставляет ее себе. И вот здесь есть один такой немаловажный момент, чем являлось итогом круглого стола. Значит, для того, чтобы помочь субъектам малого предпринимательства и среднего бизнеса, значит, было принято решение ходатайствовать перед главой Одинцовского района, обратиться с письмом от лица общественной палаты о снижении в рамках 44-го федерального закона именно вот этой процентной ставки, которая требует обеспечения исполнения контракта. Там, значит, такая вилка от 5% до 30%. Ну и, соответственно, для субъектов малого бизнеса 30% от стоимости контракта из оборотных средств положить на время обеспечения, на время исполнения контракта, а контракты могут исполняться, там, допустим, в течение года там, и более. Соответственно, это замороженные деньги. И так как сейчас федеральным правительством поддерживается программа по поддержке, соответственно, малого и среднего бизнеса, было предложено подготовить ходатайство о снижении в рамках закона до 5% для представителей малого и среднего бизнеса со стороны района. А вы имеете в виду, что это будет, если это будет принято и каким-либо образом реализовано, это будет правило действовать в рамках муниципалитета нашего? Именно Одинцовского района, да. А кто поставил свои подписи вообще, от имени кого это ходатайство было подано? Это ходатайство подготовлено по итогам круглого стола и, соответственно, за подписью председателя общественной палаты будет передано главе Одинцовского района на рассмотрение. Как скоро вы ожидаете получить ответ? Ну, есть регламент. Я думаю, что в течение месяца. Ну что же, тема у нас действительно достаточно актуальная. Сейчас на муниципальных закупках держится очень большой сектор, в общем-то, внутренних работ, внутримуниципальных. Так что будем надеяться, что когда в следующий раз мы с вами увидимся, там уже будет определенный результат. Если даже не получится конкретно этот проект реализовать, то, может быть, какой-то проектозаменитель будет найден. Спасибо большое, что приезжали сегодня к нам. Спасибо.
Уважаемые зрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили про муниципальные закупки. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели нам или сразу обращайтесь в общественную палату Одинцовского района. Например, на их официальном сайте есть весьма удобная форма обратной связи. И там же адрес электронной почты, на который вы также можете писать. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи.